взрослым о важном. Международный день защиты детей на телерадиоканале «Страна-ФМ». Евдокия Асафова, 8 лет. Сегодня важно быть стильным и модным. А мне бы хотелось, чтобы наступила мода на бережное отношение к природе. И совсем не сложно придерживаться такой моды. Например, выходить с семьей на субботник, оставлять чистую полянку после пикника или посадить дерево во дворе. А природа – знак благодарности, подарить теплые солнечные лучи и мирное небо. Взрослым о важном.